Полина Гагарина очень хотела бы пополнить свое семейство еще одним ребенком. Но, как сама она отмечает, ей все время тяжело поправляться на 30 килограмм. Но что не сделаешь ради материнского капитала? А это ведь еще и льготы на проезд, бесплатные билеты в музей, программы, в лагеря. Здорово, правда ведь? Как она сама утверждает, осталось убедить в этом только своего супруга. Супруг на это, в свою очередь, отвечает ей строками ее же песни «Прости меня за мой ответ, но все-таки нет». Нашумевшая новость на всех порталах. Россия ограничивает авиаперелет из Грузии. В свою очередь, Грузия готовит ответные меры. И, возможно, в скором времени в Москве начнут закрываться хинкальные, фруктовые рынки начнут рушиться. И, что самое страшное, взрослым женщинам за 30 перестанут говорить комплименты. Напомню, что эта ситуация произошла из-за того, что российский депутат занял кресло грузинского спикера. Мне кажется, что у нас в Беларуси не произошло бы никаких волнений по этому поводу, потому что мы все помним нашу классную старую игру на свадьбах «Займи стул». Это же весело. Новости шоу-бизнеса. Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов собираются искать любовь вместе. Как это у них получится, я не знаю. Но скоро стартует телешоу, в котором они это реализуют. Кстати, совсем недавно закончился кастинг на это телешоу, и мы совершенно не знаем, кто будет бороться за сердца завидных холостяков. Но это же, наверное, и не важно. Все по итогу шоу будут думать, что все-таки холостяки выберут друг друга. Мы же все помним прекрасно то свидание на курорте. «Мстители. Финал» снова выходят в прокат с дополнительными сценами. Экранизация комиксов Marvel уже обогнала фантастический фильм «Аватар» в прокате, правда, в американском. Для того, чтобы обогнать фильм «Аватар» в прокате в странах СНГ, специально в удаленные сцены, я так думаю, были включены актеры Данила Козловский и Александр Петров. В Гродно и Гродненской области несознательные граждане уничтожают таблички о запрете купания и на свой страх и риск лезут в воду. Ну что хотелось бы сказать по поводу этой новости? Конечно же, берегите свое здоровье и все-таки купайтесь на оборудованных территориях, на оборудованных водоемах с пляжами и где обязательно будет стоять мужчина, который будет внушать доверие, что он вас спасет. Берегите себя, с вами был Андрей. Пока, до следующей недели.